Приветствую всех друзей канала Farnax Film. И тема сегодняшнего выпуска – это правильное крепление модульного дымохода к стене в том варианте, когда дымоход проходит по внешней стороне строения. Масса каждого элемента типа сэндвич более 6 килограммов. И при высоте дымохода даже всего в 5 метров эта масса воздействует на первый элемент дымохода, чаще всего это тройник, который выходит из стены. Для того, чтобы снять эти весовые нагрузки, используются некоторые элементы дымохода, и основным из них является монтажная площадка, которая соединяет два элемента типа сэндвич. Сама она с помощью стеновых опор закрепляется к стене, тем самым снижается весовая нагрузка. Такой прямоугольник со сторонами 300 на 300, либо 400 на 400, в котором смонтированы как бы стартовые элементы для сэндвичей. С нижней стороны подключается сэндвич, с верхней стороны дальше сэндвичем пошел дымоход. И эта монтажная площадка крепится к внешней стороне здания с помощью специальных стеновых опор. Опоры стеновые бывают либо полуметровые, либо метровые. Все зависит от того, насколько сам дымоход отстоит от стены. Монтируется она по простым правилам. Каждые 4 метра дымохода нужно использовать вот такую монтажную площадку. Для крепления дымохода к стене также применяются специальные кронштейны. Но эти кронштейны не снимают весовую нагрузку дымохода. Они не способны по своей конструкции это сделать. Они существуют только для того, чтобы удержать дымоход в вертикальном положении при сильных ветровых нагрузках. Ну и в принципе, чтобы дымоход под тяжестью собственного веса не свалился. Эти кронштейны телескопические. Они бывают двух типов. Но вот этот конкретно позволяет отвести дымоход от стены на расстояние от 200 до 350 миллиметров. Закрепляется на необходимом расстоянии, и для того, чтобы уже совсем удостовериться в том, что дымоход у вас никуда не денется, можно дополнительно внутреннюю трубку зафиксировать с помощью саморезов. Но вернемся к монтажной площадке. Некоторые воспринимают ее функционал еще как элемент потолочно-проходного узла. То есть, да, она красивая, симпатичная, ее очень удобно крепить, особенно в размере там 400 на 400. И спрашивают, можно ли ее установить в межэтажное перекрытие. Делать это категорически нельзя, потому что этот элемент для этого не предназначен. Единственная незадокументированная функция этой монтажной площадки, пожалуй, то, что она позволяет перейти с кирпичного дымохода на более современный модульный дымоход. В этом случае нижняя часть этой площадки удаляется, сама площадка монтируется на выход кирпичного дымохода, и дальше уже монтируется привычный нам модульный дымоход из нержавеющей стали. Рассчитать свой дымоход вы можете на сайте farnax.ru. В левом нижнем углу нашего сайта есть кнопка «Калькулятор дымохода». Воспользуйтесь этим калькулятором. Смету, которая у вас получится, вы можете распечатать и показать нашим специалистам, специалистам магазина Farnax. Они вам помогут правильно сконфигурировать ваш дымоход, и он будет служить вам долго и безопасно. Заглядывайте к нам в социальные сети, заходите в магазины Farnax, заходите на сайт farnax.ru. Будьте здоровы, счастливо!